Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу рассказать вам, как заблокировать пользователя, который заходит на наш канал в YouTube и пишет там очень плохие комментарии. Сейчас очень много людей, которые сами не создают никакие видео или у них не получается, но при этом они любят заходить на чужие каналы, писать там часто матерные комментарии с оскорблениями и так далее. На это, конечно, не стоит обижаться, потому что это явно люди психически больные. Нормальный человек не будет заходить и просто так оскорблять другого человека. Поэтому самый простой способ в таком случае – это заблокировать этого пользователя, и его комментарии под вашими видео больше не будут никому видны. Как это сделать? Прежде всего, нужно иметь творческую студию. Если у вас Android, как у меня, планшет или смартфон, то самое простое – это скачать эту творческую студию в Play Market. Мы заходим в Play Market и прямо так и набираем «Творческая студия YouTube». И зачем? Затем скачиваем ее. Она выглядит вот так, как красная шестереночка. И вот когда к нам пришел плохой комментарий, мы нажимаем эту шестеренку и заходим на наш канал. Сразу же мы попадаем на панель управления. Можно посмотреть в самой панели управления. Вот посмотрите, у меня плохой комментарий. Бред, написал Рома. Можно смотреть здесь. А можно смотреть в самих комментариях. Нажать три полосочки, у нас откроется колоночка. И здесь вообще все комментарии, только одни комментарии. И опять находится этот плохой комментарий. Что сделать, чтобы удалить этот комментарий, заблокировать пользователя? Прежде всего мы нажимаем на этот комментарий, и у нас под комментарием появляется значок лайка, флажок, корзинка и вот такой кружочек. Чтобы заблокировать пользователя, мы нажимаем на вот этот кружок, и у нас спрашивают: вы действительно хотите заблокировать этого пользователя? Нет? Да. Я говорю да. И после этого немножко ждем. После того, как это все написано внизу, пользователь заблокирован. Чуть-чуть нужно подождать. Если не появляется вот эта надпись «пользователь заблокирован», нужно повторить это еще раз. Потому что иногда из-за плохой связи, плохого интернета это не срабатывает. А затем можно еще раз нажать на этот комментарий и теперь нажать на корзинку. Когда мы нажмем на корзинку, у нас вообще этот комментарий будет удален. Вы действительно хотите удалить этот комментарий? Нет? Да? Да. И все, он сейчас удаляется, его больше нет. Вот так легко и просто можно заблокировать пользователя, то есть добавить черный список. Теперь, когда он попытается писать комментарии под вашими видео, они просто не будут никому видны, ни вам, ни другим каким-то людям. Ну а самое надежное — это заблокировать его еще и в Google Plus, потому что он может попытаться писать какие-то гадости в Google Plus, но это уже будет совсем другая история. Смотрите ссылки в описании, там будет еще очень много интересных видео. Подписывайтесь, дорогие мои, до свидания, удачи всем!